Все поселения Шимского района также приняли участие во всероссийском кроссе. В селах он стартовал в 11 часов дня. Встряхнено 100 школьников, бежали по 500 метров. Препятствие на трассе создавало влажная опавшая листва. Но все справились. Было очень трудно, особенно на старте. Все ноги промокли, соперники были все достойные. Вторые по четвертый класс все бежали хорошо. Я могу сказать, даже они не то что боролись, а может они бежали ради увлечения, чтобы просто побегать, подышать свежим воздухом. А уже в полдень Ишим включился в массовый забег. Кросс открыли ветераны города. Дальше побежали школьники. Длина дистанции варьировалась от 200 метров до 12 километров. Самый длинный участок преодолевали профессиональные спортсмены. Всего приняли участие 700 человек в возрасте от 8 до 60 лет. Я бежала хорошо. Я ожидала, что я займу какое-нибудь место, потому что я занимаюсь плаванием спортивное.